Смерть – это помеха. Счастье – это единство. Астрал – это реальность. Жизнь – это борьба. Мне понравилась графика, все очень ярко. И мне очень понравилось, что там можно прически разные делать своим там персонажам, ну, кем ты будешь играть, имена какие-то придумать. Там, правда, все занято уже. Видимо, давно люди играют. Ты озвучиваешь фильмы, ты же все равно заново все переживаешь. Ну, то есть невозможно совсем равнодушно сделать там какую-то сцену, потому что будет очень слышно. И здесь точно так же, ну, нет никакого различия, просто ты играешь вот девушку там, которая на войне бегает, и точно так же все делаешь, так же там бежишь там за армию, там, и все это, ну, абсолютно так же. Когда ты играешь роль, ты все равно представляешь, где ты находишься и что у тебя будет потом, что у тебя было перед этим обязательно. А тут ты попадаешь в одну секунду в какую-то ситуацию, и ты, по сути, не представляешь, где ты находишься и что случится. И ты, ну, должна как-то сориентироваться и сделать то, что будет потом смотреться в общей картинке адекватно и будет хорошо. Самый кайф, мне кажется, когда не именно слова, а какие-то эмоции, там, ну, когда ты вздыхаешь, когда там, тебе скучно или тебе весело, смех, там, что-то такое. Такое запишем, да. И еще разочек помедленнее. Счастливо.